Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья наши. Очень рад вас видеть в нашем клубе. Алексей Козлов. На микрофон меня зовут Акиф Ивайрош из Республики Бенин. И я хотел бы вам сказать, что мы очень рады вас видеть. Потому что, несмотря, что вы заняты, каждый из нас, но все равно вы пришли послушать хорошую музыку. Для себе можно, пожалуйста, аплодисмент. Спасибо большое. Thank you very much. Ну что, начинаем уже? Вы готовы уже? Или еще 30 минут перерыв нельзя? Пока набрать силы. Начинаем уже? А если вы уже готовы слушать хорошую музыку, можно просто сказать «Ура!» Хотя бы один раз, пожалуйста. Считаю три, и мы скажем «Ура!» Раз, два, три. Ура! Еще! Ура! Спасибо, спасибо. Ну что, мы начинаем. Я хотел бы пригласить на клавиш наш замечательный пианист Джерри. Мистер Джерри. Вот. Thank you very much. И на басу наш друг хороший Даниэль Лепити из Камеруна, пожалуйста. Аплодисменты, пожалуйста. И, конечно, музыка без ритма, без барабана, это невозможно. Вот. Я буду держать ритм, еще пою для вас. Меня зовут Акиф Ивайрош. Спасибо. На гитаре есть друг хороший. Его зовут Артём, пожалуйста. Очень молодой гитарист, очень хороший. Артём, пожалуйста, на сцену. Спасибо, спасибо. Мы сначала поем для вас очень популярную песню, которую все знают. Очень популярная песня. Это русская песня. Но мы подумали, мы решили ее сделать по-другому. Мы не знаем, ли вам понравится или нет, но я уверен, что вам понравится. Обязательно. Вот. Поэтому мы начинаем с песни, называется «Ты сви са». Еще раз. «Ты сви са». Нет, я не слушаю ничего. Можно еще раз погромче, пожалуйста? Ты сви са. Можно бомбы? Бомбы, пожалуйста, подержи, пожалуйста, на перкуссии. Замечать.
с высоты красоты своей меня ты замечаешь. Все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня лето, и пусть вернется вечер. Tu as perdu de ce que tu disais autrefois. Tu sais bien que je t'aime. Alors, donne-moi ton cœur, bébé. Tu m'avais promis que tu ne me laisseras jamais. Alors, bébé, tu m'aimes. Thank you.
Это было в России, сейчас улетаем быстро в Камерун. Вот. А кто готов, пожалуйста, улетать сейчас быстро в Камерун и обратно вернуться? Готовы все? Я ничего не слышу, ничего не вижу. Ну ладно, улетаем. Хотите, не хотите, все равно улетаем.
Et donc, parce que vous avez applaudi, parce que vous avez... Voilà. Chasse vous de... Kayel. Bye.
ooh. You're really thing in control. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make you crazy? Probably. Ready for some more? I can see you ready for more. We're going to Nigeria now. Huh. Do you have to dance a bit? Just snap your fingers. Huh. I've been chained, you've been chained too. I wear uniforms and you wear uniforms too. You're a prisoner too, Mr. J. Oh yeah. I have fears, and you have fears too. I will die, you shall die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. J. I'm talking to you.
Thank you.
Am I so emotional?
Может быть, вы уже надоели уже сидеть без музыки. Вот, уже начинается уже второе отделение.
начинается с Даниэль Лепети из Камеруна. Наш хороший басист. Вот, а потом продолжаемся аптемпо. Теперь на барабан у нас Ренера, пожалуйста, из Куби. Куба! Вы знаете то, что мне сказал? Он сказал, пошел в Африку. Но я здесь, вот. Будем играть, будем веселиться. Давай, Даня. Thank you.
Ladies and gentlemen, come on, come on!
домой, красавчики. Thank you.
almost coming to the end? No? Corla Bali. Hachu Grecia. You.
Thank you very much. Very good night to you. Yeah. Could you be loved? And be loved?
Есть еще настроение? Да? Тогда до свидания тогда. Ну ладно, споем еще одну песню для вас. Подарки, специальный подарок от меня. И от Апотемпо. Можно, пожалуйста, большой аплодисмент для Апотемпо. Спасибо. Thank you very much, guys. Ну что? Я африканец, я люблю свою континент, поэтому даже когда пою все музыки, все стили музыки, я всегда пою для своей континента. Вот, эта песня, это для все наши дорогие друзья, которые пришли послушать хорошую музыку. Поэтому мы сейчас очень быстро улетаем еще, быстро в Африке. Готовы? Вы готовы? Thank you.
Грубо. У нас будет концерт, первый концерт здесь, в клубе Козлова, только наверх, 15 марта. Не забудьте, пожалуйста, обязательно нужно прийти, потому что будет очень веселый. Сыграем джаз, русские песни, американские песни, африканские песни, с такой, таким просто офигенным аранжировкой. Поэтому не забудьте, пожалуйста, приехать. 15 марта, это вторник. Концерт начинается с 8 часов ровно. Я буду вас ждать. Спасибо большое, что вы пришли. Это было Апа Темпо. Спасибо, спасибо. До свидания, всего доброго вам. Thank you very much, guys.